Приветики, мальчики! 7 ноября готовится к выходу новый фантастический американский триллер, который называется «Хищные земли». Мир изменился, он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре, но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете. Вот такой вот достаточно интересный сюжет у этого нового боевика с элементами триллера. Давайте заценим трейлер. Вертикаль представляет. Высоту показывают. Отец! 3 года назад мир, который мы знали, исчез в одночасье. Высота 9000 футов, так сказать. Мы потеряли свои дома и общество. Мы потеряли людей, которых любили. 8000 футов высота. Мы не знаем, почему на высоте 8000 футов мы в безопасности. Бежим, бежим, бежим. От продюсеров тихого места. Нам нужен фильтр. Для ребенка. Вам придется пробраться в больницу заброшенную. Этих монстров нельзя убить. Никто их не изучал. Но если изучать их долго, можно придумать, как их уничтожить. Если они не первые нас уничтожат. Бежим. Этой осенью. Знаешь, это совсем другое дело, когда видишь их вблизи. Нам суждено жить на одной планете вместе с ними. Это новые высшие хищники Земли. И однажды мы их победим. Неплохо. Мы не справимся в одиночку, нам нужна помощь. Давайте сделаем это. В конце концов, мы будем вынуждены сразиться с ними. Я не брошу тебя. Мы справимся с этим вместе. Финальная битва человечества. Бежим. Я не могу тебя потерять. Речь не только о нашем сыне. Если это не нечто большее, нежели я сам. Хищные земли. Ну, вот такой вот замечательный и интересный фильм «Хищные земли» в начале ноября готовится к выходу. Мне хочется лично глянуть этот фильм. Надеюсь, у меня это получится, потому что фильм, между прочим, от создателей «Тихого места», который мне очень сильно нравится. Ну и тут, конечно же, видно по трейлеру, что вот этот новый триллер-боевик не уступает «Тихому месту». А оно мне очень сильно понравилось. Добротное кинцо, которое я люблю. Это, конечно, не вершина кинематографа, но мне такое нравится, и иногда хочется что-нибудь подобное глянуть. Поэтому и этот фильм я обязательно посмотрю. Это был Антивирус. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.